А сегодня, друзья, на установку заехал к нам свой же, так называемый коммерческий Ford Transit на установку линз. У нас состояла проблема в том, что за 5 лет эксплуатации автомобиля штатные отражатели выгорели, сами уже стекла были запотевшие и, соответственно, требовало что-то делать. Поэтому мы и решили тоже поставить сюда линзы. Сделали, покрасили все полный в черный цвет маску. Сейчас вы на фотографии увидите, что было до. И получили вот такой вот результат. Полностью разобрали фары, разгерметили, полностью отполировали штатное стекло, восстановили его до состояния нового. Внутри зачистили маску, покрасили ее в приятный черный цвет и установили линзы А13+. Светодиодные линзы, которые рассчитаны на ближний и дальний. У нас в принципе стояла здесь аж 4-я лампа, то есть на ближний и дальний. И, соответственно, мы заменили на линзы и поставили еще так называемые дополнительные маски. И смотрится все очень красиво. Ну и, соответственно, понятно, габаритки заменили тоже на приятный белый цвет. И теперь света мы получили минимум в 5 раз больше. А сейчас включим, посмотрите, как это все красиво. Машина, кстати, преобразилась до неузнаваемости. Вроде только фары, автомобиль получил совершенно новый внешний вид. Сейчас вам включим. Так, ради интереса. И вы сами обратите внимание. Потрясно. И внешне выделяется в потоке. И, соответственно, светит. Вот у нас есть типа стендик. Все выставлено в нем. Полностью правильная галка. Полностью все сделано под так называемый евроцвет. В общем, мы теперь даже сами довольны. По установке работа где-то заняла день. В общем, мы это тоже умеем. Полностью установка, восстановление фар автомобилей. Ну и, соответственно, тюнинг. Мадер, центр апгрейда вашего автомобиля.